дым какой у них разгорелся хороший. Им тепло, уютно возле костра. Но мальчики такие испуганные какие-то, не знаю, какие-то такие суровые детишки. Похоже, я на Бабу-Ягу, что ли. Хотя, кто меня знает, может быть, похоже. Вот. Мы уже в третьем месте. Сейчас посмотрим по горке, по мху, рядовки фиолетовые. Может, дымки, может, что-нибудь там. Ну, сзади нас костер горит, но мы туда не пойдем. Не хочу я никому ходить. Все прекрасно. И здесь хорошо. Буду отбирать мухомор у сладкой парочки. Пусть уж они его едят сами. Почему так темно в лесу? Саш, потемнело почему-то. Смотри, как темно стало. А? Сколько время? Посмотри, вот этот маховик хороший кто-то сбил. Возьми-ка ты его, он очень свежий. Он какой красивый. Какой старый гриб. Дымка. Говорушка дымчатая. Никому не понадобилось. Графуры сластеные, беленькие, чистенькие. Нежные пластинки, хрупкие грибочки, но очень вкусные. Их называют сластеными. Грибы калибри я сегодня возьму. Они чистые, надеюсь, потому что похолодало сегодня первый день. Холодно в лесу. Куры. Только уже другого сорта. Вот такие вот они. Они бывают и потолще, и поменьше, хрупкими такими. Вот такие вот они. Их любят есть червячки, улиточки. Все их любят есть. Беру вместе с ножкой. В том большом муравейнике какие-то грибы растут. И много. Но я даже близко не буду топтать этот муравейник. Кто-то уже и так по нему, наверное, ходил. Дымчатая. Здесь целый ряд уже порезали. Эти уже успели вырасти еще. Снова. Это говорушка дым. Нет. Это не дымчатая серая, а может быть это и она. Вон та, похоже, большая. Тут их несколько, а может быть это просто ложные даже. Очень красивые грибы, похожи на калибии. Но я их даже и трогать не буду. Похоже, может, не они. Зачем же портить красоту? Скорее всего, это не они. Вот. Им здесь уютно. А вот денежка, вот она. Точно она. Сейчас эту я возьму. Нет, а в этом лесу такой камень лежит. Ну, здесь не заблудишься. Здесь на горе народ гуляет. Дорог много пересекают. Это место. Это эти полянки. И большие. И молодняка много. Но здесь пока место не очень симпатичное. Но все-таки пора нам уходить, уезжать. У нас свинушка огромная, большая и красивая. Никому не нужная стоит. Их немного сейчас в лесу. Но их тоже никто не берет. Люди знают, что эти кобылки есть нельзя, свинушки, и не берут их. Вот такие бывают зеленушки, гриб, зеленушка и подзеленка, он же совсем не зеленый, какая-то подзеленка. Это рядовка серая, штриховатая, вот она почти беленькая, длинноногая, очень красивая. Вот такие грибы сейчас растут. У нас в лесах, в мхах и на песчаных почвах, сосняках и ельниках. Круто! У них пластиночки, по вкусу они одинаковые, запах отличается. Вот этот запах гораздо приятней, но этот поспокойней. Тоже почти одинаковый запах. Супер грибы. Таких зонтиков несколько попалось нам. Красивые зонтики еще вполне. И краснеющие пластинки покраснели, но все равно он белейший, беленький. Три березки.
но они еще уцелели. Здесь такой бурелом. Лежат, все лежат, деревья. Я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи.